подкаста. Кого ты слушаешь? Эти трое. Кто они? Третья пара стоит. Шутер мечом на снегу, я черчу диагональ желтого цвета. Как же надоело на морозе ссать грибы лето. Какая классная метафора, не так ли, дети? Машин, ты самый лучший рэпер на планете. А это мой приятель, фалоимитатор и испытатель. Он знает, что куда вставлять, его имя Владис. В лаборатории запрется, врубит выключатель. И давай испытывать, насколько батареи хватит. Ты скажешь, не бывает рэперов немых и баста. Тогда встречай третий участник супергруппы Каста. Это Хамиль, его стиль воистину прекрасен. Он феномен, у нас молчит все время, как Герасим. Вместе мы суперкоманда, рэп-банда number one. Живем в Ростове, сук, дерем, пьем и курим план. И пусть там кто угодно обвиняет нас в закосах. Мы не косим под черных, мы просто негры-альбиносы. Смотрите, сейчас тебя навешают днем на ночь. Это ж Каста. Кого ты слушаешь? Эти трое, кто они? Третья пара стоит. Эти трое, кто они? Критика на сцене, прикрети нас микрофон. Может, кого-то сильнее, чем конопля, торкает махорка. Но для меня есть лишь один Вутэнг, то, что из Нью-Йорка. На карте США не видно города Ростова. То ли его там просто нет, то ли масштаб хуёвый. Кстати, за этот трек мне заплатил доктор Дре. Он сам идти на кассу засал и поручил это мне. Эминем не знает русского, ему не по плечу задача. Я последняя надежда западного побережья, значит. А если честно, то мне просто интересно почитать, что малышня напишет. Послушаем эту песню на Кастару и прочих сайтах. Вперед давайте, хвалите, ругайте, похуй, главное качайте. Друзьям болванки заливайте, кидайте ссылки и уберите с лица эти дурацкие ухмылки. Что тут смешного, блядь, серьезней песни нет на свете. Все, я закончил, спасибо за внимание, дети. Смотрите, сейчас тебя навешают днем на ночь. Это ж Каста. Кого ты слушаешь? Эти трое, кто они? Третья пара стоит. Эти трое, кто они?